Да, вот это подарунок, так подарунок. Короче, вот такую ребята подарили. Пришли в гости, не с пустыми руками. И сделали вот такой подарочек. Сейчас будем этот Electric Wine Opener. Это как по-русски? Электрический штопор. О, правильно. Wine Opener. Для вина. Да. Так. Смотри, какой. О, уже что-то здесь не то. Нет, все нормально. А, это насаживается, короче, на бутылку, я так понимаю. А бутылочка у нас сегодня Пино Нуа, сухое вино 2020 года. Ну, такое обычное столовое вино. Ничего такого. Но 13 оборотиков. Смотри. Uh-huh. Ренессанс Карлевана. Хорошая винодельня. 1959 год. Основание ее. И это Новые Мирены. Новоаннинский район. Если я не ошибаюсь. Новая Аннина, кажется. Так, большинство уже производителей в Молдове делают вина. Да, да, а без вот этого. А знаешь почему? Чтоб удобно было. Столько фестивалей, столько да, праздников. Где ты на улице будешь искать штопор, блин? Молодец. По молодец. Магазинам бегать, по барам? Молодец. Или с собой таскать? Так, я понимаю, что это насаживается вот так. Правильно? Так. О, это же именно. Смотри, здесь какая штука есть. А, ну да. Оп. Оп. Сейчас батарейки заработали. Уже там были, да? Там уже были, вот с этой заглушкой. Угу. Да, да, о, да. Пошел процесс. Так. Теперь главное понять, как. Понять, простить. Не идет. Слышишь? А может она не нужна? Может она вообще. Я вот так думаю, да, иди, может быть так. А для это чего? Заглушка вот это... может просто. Что за заглушка? Смотри, здесь эти железяки, я не понимаю. Не знаю. Ты что, не видела, как в ресторанах делают? Ой, я давно не была в ресторане. О, видишь, во! Так. Не до конца, да? Вот. А, она вставляется. Ты должен ее насадить. Не просто бутылку прокрутить, угу. А насадить. Ну да. А потом... Ну почти, почти. Почти. Я не понимаю, что... Так. Дубль два. Дубль три. Три. То есть бутылка не должна крутиться, правильно? Вот она. Да, вот так, до конца. Все, я вижу, как она выходит. То есть я нажимал сначала вниз, а потом вверх. А здесь просто вниз надо. Ты вот что отстал, отсталый человек. Блин. Технологии такие. Смотри, сразу вышло. Ты представляешь? Ну блин, надо было просто потренироваться. Потренироваться. Вот и потренировался. Первый раз экспериментирую. Не, классная вещь, ты что? Видишь, значит, там не нужна эта заглушка, чтобы она нарастояла вот так. Вот так просто на столе куда стояла. Куда ты требуешь? Что? Пендрущик есть, я... Не знаю. Видишь, она раздвигается. Заглушка. Она и без этой заглушки работает. Ш...
Что так, нет. Может, это для шампанского, кстати? Там пробки другие. А при чем здесь, да? Не, ну, под такой сегодняшний ужин, что у нас будет с этим, что ты делаешь там? Баранина. С луком, с морковкой и отварим чечевичную кашу. Мы пока на пробу возьмем по бокальчику. Пино Нуа, Карливана. Ренессанс, Реанимой. Серьезный. Мы ее даже не охлаждали. Так, из нашего бара и достали. Ну? За новое приспособление в нашем доме. Умный дом, ты шо? Что ты хочешь? Серьезная вещь. Ну, вкусно. Я люблю, когда оно чуть, знаешь, как терпкость, да, дает. Uh-huh. Мне нравится. Ну, самые правильные вина это сухие вина. Ну да. Все остальное это. Без сахара. Да. Короче. Просто нажать, Circle Joy называется, просто нажать, она вниз залетает, uh-huh. И видишь, как крышка сама поднимается вот отсюда через прозрачную. Uh-huh. Понятно. То есть тебе не надо на ощупь интуитивно, то есть ты можешь просто посмотреть, что да как. Короче, разобрались. Это ты говоришь заглушка, да? Надо прочитать инструкцию. Нет, смотри. Что? Там показывает на как я и правильно и делал. Насадить на бутылку, видишь? Ага. Насадить на бутылку вот это. А, ты поняла, что это что? Такое? Это прорезать. Прокат... Это, походу, прорезать вот эту штуку. Все, я понял. Вот это лезвие. Mm-hmm. Ты поняла? Если у тебя вот этой штучки нету. А, все, да. Ты можешь как сделать? Прорезать она сразу. Ты можешь зажать. Да. И вот, ты прорезаешь. Вот смотри, я прорезаю сейчас. Понятно. Ты поняла? Да. То есть, в любую бутылку вставляешь, зажимаешь. Угу. И ты нарезаешь вот эту штуку. И да, да, да. Спокойненько, аккуратненько снимаешь. Ты же приходишь, грубо говоря, если официант приходит к столу, да? Он же не будет... Да, да, руками это, ну, да. Мало ли что. Ну, понятно. Не отошла. Вот есть такая вещь. Бабах. Красиво. Показал. Угу. Ну, налил да. Вот столечко и дал... Нюхнуть. Нюхнуть на пробу. И потом уже доливает. И потом уже доливает. Тебе еще нет салфеточки, знаешь, вот так протирают. Горлышко, чтоб не текло. Юль. Это ты мне потом уже расскажешь, что там за дополнительные вещи. Короче, вот такое. Я не знаю, как часто мы будем пользоваться им. Ну, не помешает. Хозяйству пригодится. Да, да, да. Это тебе нужно? Оставь пока, не оставь. Все. Шашки, если что, можешь выслать мне. А, точно. Кстати, оно прикольно. Прикольно служить шашки, да, и выслать. Да. Окей, так что всем хороших выходных. И за наш новый девайс на кухонном столе. Да.